ужасным. Ладно, шучу, вы столкнетесь с прекрасным. Ладно, давайте тогда ставить факела и изучать побольше эту местность. И, кажется, у меня есть идея, как отвлечь, может, даже сразу всех охранников. Так, погодите, ребят. Всем привет, ребята, меня зовут Компот. Со мной сегодня два моих друга. Это Вилли Гем и Пиксель Прот. Так, вроде все на месте. Кирка, лопата, факела и еда в дар. Раз, два, квас. Сижую ачивочку, создаем ведро и побежали прямо сейчас вниз. Докопаем уже до конца это железо и сделаем алмазную кирку. Только вот алмазы я до сих пор не нашел. Господи, что я там не проходил? Опа. Практически выбрались. Нужно еще выкопаться из-под дома. Ой, чего ты плачешь? А, рыба? Ну, неплохо. Что ты на меня стреляешь? Ладно, поменялось, теперь я бы назвал себя, не знаю, давай тогда ставить факела и изучать побольше эту местность. И, кажется, у меня есть идея, как отвлечь, может, даже сразу всех охранников. Так, погодите, ребят. Всем привет, ребята, меня зовут Компот. Со мной сегодня два моих друга. Это Вилли Гем и Пиксель Прот. Так, вроде все на месте. Кирка, лопата, факела и еда в дорогу. Раз, два, квас. Сишую ачивочку, создаем ведро и побежали прямо сейчас вниз. Докопаем уже до конца это железо и сделаем алмазную кирку. Только вот алмазы я до сих пор не нашел. Сишую ачивочку, создаем ведро и побежали прямо сейчас вниз. Докопаем уже до конца это железо и сделаем алмазную кирку. Только вот алмазы я до сих пор не нашел. Создаем ведро и побежали прямо сейчас вниз. Докопаем уже до конца это железо и сделаем алмазную кирку.